Всем привет! Готовлю сейчас большое видео про халвинг, там будет много интересных материалов. Поэтому сделаю маленькое, быстрое просто про биткоин, что у нас происходит сейчас. Друзья, смотрите, сильно очень откупили по ТРДР у нас, вот по стаканам. Было много лимитных ордеров, и удержали мы вот это двойное дно, которое соответствовало у нас... ...0.38 уровню Фибоначчи, как вы можете видеть. Вот здесь мы его удержали. А также здесь у нас был уровень предыдущего дна, предыдущей поддержки, который мы пробили. И вот сейчас ретестим потенциально как сопротивление, но на самом деле мы его уже пробиваем. И идем к верхней границе вот этого канала, нисходящего по продавцам, который тут был. Так что смотрите, мы можем прямо сейчас упереться в сопротивление. И вот если мы его пробьем, то это будет... хороший разворотный момент, потому что вроде у нас такой уверенный RSI, но посмотрите, он везде был такой же уверенный на часе, и потом в итоге всегда откатывал. Поэтому вот сейчас будет важный уровень в районе 63.700, и также 65.700, это будет следующий уровень Fibonacci 0.23. Вот там, может быть, будет какая-то серьезная еще проторговка перед окончательным тузамуном. А также хорошие новости с полей, ребята, приходят карточки каста всем... У кого есть возможность их получить, это в основном Европа, скорее всего. Но тем не менее, не просто приходят карточки, а вот уже чувак показывает, что реально может ей пользоваться. Вставляет ее в банкомат. Голландии чувак. Нажимает вывести кэш. Оп, двадцаточка. Тормознутый банкомат, конечно, но... каста работает, ребята. Каста работает и все еще лежит ниже плинтуса. Просто помните это. Это хороший проект, мы в нее сами инвестировали и продолжаем закупаться сейчас на споте. Ну и каста, что я вам хочу сказать, она все еще, вот она у нас с вами отпадала, весь свой вестинг. Это был листинг памп. И вот она отбилась одна на месячном таймфрейме. Мы видим, что она нашла свое дно и уже шестой месяц растет. И, ребята, она еще даже не вышла на недельном. Вот, она вернулась только на ретест своего вот этого блока предыдущей поддержки. И только-только отбилась. И вот сейчас от сеточки EMA Ribbon, которая тоже отбивается, разворачивается. Которая тоже разворачивается, отбивается потенциально наверх. Поэтому тут как бы easy 100x на споте просто, друзья. Money flow красный только заканчивается. О чем речь вообще? Вот, а если вы из Европы или из ряда стран, где она поддержится, то поставьте себе приложение и попробуйте попользоваться сами. Вот, ну и в долгу не забывайте, что у нас вот такие чашки с ручкой постоянные, когда мы переписываем all time high. Так что, ребята, не дайте себя вытряхнуть из рынка. Это самое главное. Помните, что вот он, четвертый халвинг уже на носу. Уже буквально вот нам осталось с вами один день подождать, и произойдет халвинг. Но в момент халвинга ничего такого определенного не будет. Скорее, это будет накопительный эффект позже. Вот. А у меня на этом все. Завтра обязательно смотрите большое видео про халвинг у нас на канале. Там будет много спикеров. Андреас Антонополос, Питер Шиф, Натали Брюнелл и другие. Вот. И спасибо, что ставите лайки и подписывайтесь на канал, если вам заходит такой контент. Обязательно добавляйтесь к нам в телегу, в официальную, которую сейчас видите на экране. У нас там много всего интересного. Вот. А по позициям, так, я немножко приторговываю сейчас на дипкоине, на гейте, кстати. Там сейчас акция идет на депозитные бонусы. Обратите внимание, ссылка на гейт есть в описании. Ну и что? На байбитик тоже, конечно. Ну так, что-то. Эфир мне смыло в итоге. Смыло мне эфир. На проливе я там набрал какие-то 20-е плечи. Короче, торгуем осторожно, на свой страх и риск с дисклеймером. Все ссылки в описании на лучшие биржи. BGB токен, вон, видели, как попер? Растет, как сам не свой. Вот. И что, скоро увидимся. Всех наступающим халвингом и наступающим альтсезоном.
Пока-пока.